Здравствуйте. Опять вы со мной на кухне. Я сегодня буду готовить вишенки, грибы, жарить на подсолнечном масле, чесночок, петрушечка, лимонный сок, перчик, соль. Этим мы будем заправлять. Для начала я почистила, порезала грибочки. Видите, вот большие грибы. Я их порезала. Сковородочку поставила разогреваться. Налью сейчас подсолнечное масло. Немного. Вот так, подожди, вот давайте вот так, чтобы было виднее, вот так вот, подсолнечное масло. Сейчас только разогреться, будем отправлять грибочки. В один слой. Грибы ложим в один слой, чтобы хорошенько подрумянилось. Солить, перчить будем в конце, когда обжарим. Ждем, пока обжарится. Итак, грибочки вот эти я обжарила. Уже видите, какого цвета? Вот. Такие обжаренные, красивенькие. Высыпаю их в тарелочку подготовленную или миску. Теперь ставлю, отправляем вторую партию грибочков. Вот. И также обжарим такого цвета. Чуть-чуть добавляем масочка, немножечко добавляем подсолнечного масла. И дальше жарим грибы. Грибочки обжарили. Все выключила. Вот грибочки высыпаю. Пока они немножечко остынут, оставляем в сторону. Я взяла такой пучочек петрушечки. Она у меня уже помыта, ее обсушила, все, чтобы не было воды. Нарезаем миленько. Вот я думаю, я это оставлю. Думаю, что так будет достаточно. Это у нас петрушечка. Здесь я измельчила 4 зубочка чесночка. Видите, уже измельчила мельненько. Вот. Стаканчик налила столовую ложку подсолнечного масла и немножко меньше, чем полная ложка лимонного сока. Это все перемешиваем. Пробуем на кислоту. Добавляем немножечко перчика. Ну, это уже будете добавлять на свой вкус. Я добавлю совсем чуть-чуть. Добавляем сюда перчика. Все перемешиваем. Это будет своего рода заправочка. Берем грибы. Грибы должны быть теплые, даже горячие, потому что их можно кушать и в холодном, и в горячем виде. Вот. Солим. Щепотка соли. Соль, опять же, по вкусу. Добавляем вот такую ложечку чесночка. Грибы любят чеснок. Чесночка. Эту всю петрушку. Перемешиваем. И выливаем эту заправочку. Еще раз все перемешиваем. Аромат, конечно, чеснок, грибы, петрушка очень-очень вкусно пахнет. Надо пробовать. Я могу себя похвалить. Очень вкусно. Поверьте, приготовьте, это очень вкусно.
можно кушать, еще раз повторю, как в горячем, так и в холодном виде. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Я буду вас радовать вкусными, дешевыми, доступными рецептами. А пока до свидания.